Всем добрый день. У нас почти все болеют, кроме Маши, Кати, Егора, Светы. Оксаны нет еще вроде. Остальные. Ваня заново за температуру. У меня тут некоторые температуры, или ну спала температура. Чё? 36,0. Ну хорошо, нет у тебя. Я витамин С пью, шипучку эту. У меня ночью было 39,4. Сейчас у меня 38,6. Выпила лекарство. Сейчас полегче ставим, будем с Оксаной уроки делать. Фу. Вообще не могу, ребята. Берегите себя, берегите свое здоровье. Это важно очень. Я так и знала, что я последняя свалюсь. У нас всегда так. Сначала все переболеют, а потом мама сваливается. Это нормальное состояние. Она не была вкусная. Ваня конфетку ела, выблевала его. А мамина вкусная? Ну ладно. Ладно, дорогие друзья. Не знаю, смогу, нет. А? Да, свою отдала конфету. Я не могу, может, даже конфету съесть. Никого ни аппетита, ничего нет. Если что-то смогу, поснимаю. Ну вот. Нос вообще заложен, нос вообще ничего не чувствую, это кошмар какой-то. Ладно, всего хорошего дня. Болезнь болезнью, а уроки делать надо. Сидим с Оксаной, уроки делаем. Так, где у тебя тетрадка чистая, что ты переписывала? Я тебе точку ставлю, от этой точки начинаешь домашнюю работу и все остальное. Примеры потом аккуратно. Карандаш возьми, чтобы подчеркивать первый пример. Температура немного спадывает. Поэтому сижу чай. Ваня опять спит? Странно. Но у него опять температура начала по второму кругу подниматься. Поэтому никуда он не пойдет, ни на какую елку, никуда наплевала я на эти елки. Сходим, с подарки заберем, да и все. Так что вот такие вот, ребята, у нас дела. Катя, подними, пожалуйста. Уронила пенал Оксанина. Хуже нет, когда болеешь. Когда сам болеешь, еще ничего. А когда еще в этот момент и дети болеют, это хуже всего. Вот такие вот дела. Вчера Дед Мороз довышивала на канале влог рукодельницы, там видео выйдет потом. И начала вчера вышивать эту Снегурочку. Потому что детям обещала до Нового года вышить, чтобы у нас стояла Дед Мороз и Снегурочка, и елочка. Поэтому постараюсь вышить. И все будет стоять. Так что вот такие вот дела. Так. 37,6. Уже поменьше стало. Уже хорошо. Да, Машенька? Маша там на койке сидит. Ладно, ребят. Всем хорошего дня. Если кто знает, какие лекарства можно сейчас принимать, хотя у нас лекарств почти никаких нет. В основном все детские лекарства. Я для взрослых редко покупаю. В основном всегда детские для детей. Короче, пишите в личку. Постараюсь. Но я сейчас, видите, в телефоне как бы сильно мне эта голова болит, я ничего не захожу, ничего не делаю. Поэтому вот так вот. Ладно, всем хорошего дня, берегите себя и свое здоровье. Дорогие друзья, у нас день, иди сюда, Машенька.
Маша мне во всем помогает. Она уже сходила в магазин. Скажи, что ты купила? Селедку, лобовый лист и укроп. Да. Машенька мне уже второй день мама сделает. Что сделать просишь? На маску. Да, из селедки она просит на маску. Сейчас, так как я себя плохо чувствую, я буду рыбу чистить. А Машенька почистит. Мы отварили 4 яичка. Ой, плохо видно. Потом она мне поможет лук нарезать, укроп нарезать. Да, Машенька? А я буду чистить селедку. Укропа, да, вот столько вот она взяла. Чуть-чуть. И 2 селедки будем делать на маску. Я достала пачку масла. Она размораживается. Надо где-то так положить, чтобы она побыстрее разморозилась. И Машенька будет мне помогать. Я сейчас там сяду в иголочке и буду... Болеешь, но надо делать, да, Маша? Папа у нас сварил гороховый суп. Все просили. Все гороховый суп просили? Нет, на маску. А, на маску просили, ну да. Поэтому будут дети мне помогать. И потом также в блендере тоже будут они помогать мне перемалывать. Будешь в блендере помогать перемалывать? И там посмотрим. Короче, делаем с Машей на маску. Если интересно, оставайтесь. И лайки, да, Маша, нам на очень нужны лайки. И просмотры нужны, пока мы болеем. В целом, что у меня? У меня спало с 38,4, последний раз было 38,4, спало до 37,6. Сейчас снова поднимается. Да. Многие сейчас скажут, Настя, тебе лежать надо, но дети есть хотят, уроки делать надо с Оксаной, потому что Оксана сама еще пока не может. А когда с девочками делаю, девочки психуют почему-то. Так что готовить все равно сейчас будем потихоньку. Ладно, оставайтесь с нами вместе. Ставьте лайки. Так, Ванечка, подожди, сына. Что мы сделали? Машенька почистила мне яички, нарезала лук, морковочку. Тьфу, укроп, извините, пожалуйста. Я почистила селедку и нарезала. Масло у нас уже почти расплавилось. Будем сегодня использовать вот такие вот сырки. 3 сырочка, орбита. У меня, по идее, 4 сырочка есть, но я что-то... Там буду смотреть по густоте уже. Эти 2 мягеньких, а эти 2 более-менее твердых. Сейчас масло. Машенька будет сейчас мне помогать. Все по очереди будет взбивать в блендере и выкладывать в тарелку, потому что сегодня будет на маске много. Ладно, дорогие друзья, сейчас приготовим, покажем, что у нас получилось. Так, Машенька, перекладывай селедочку туда. Да-да-да, на. Ложечкой перекладывай. Я пока сырочки распечатаю. А я люблю, что люблю. Да, ты у нас все любишь. Подожди. Сторона. Все, перемолвай. Все. Не тык аккуратно. Перемолвай. Как? Нажимай на любую кнопку. На любую? Да. Дорогие друзья, сделали мы намазку. Вот так вот у нас получилось. Целая тарелка большая. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Маша уже за хлебом лезет. Дети уже ходят. Мама, ты скоро? Нет. Я говорю, сейчас сделаем.
Мы еще сухой чеснок положили. У нас есть свежий, ребят, чеснок. Просто не все его любят. Поэтому положили сухой. Все, намазка готова. Все, ребят, намазку сделала, целую тарелку. Сейчас помою блендер после намазки. И пойду так, потому что не могу, стою, меня аж шатает в разные стороны. Все, дети уже кушают, я поставила чайник. Ладно, всем хорошего дня, я кушаю вечер, берегите свое здоровье, это самое главное. Так, дорогие товарищи, подходим, не проходим мимо, многодетная семья Таранцина. Премьера начинается.